8-летняя Карина Епанчинцева из Нижнего Тагила мечтает 1 сентября вернуться за парту. Но мешает этому непростой диагноз. Вести Урал совместно с Росфондом продолжают рассказывать о тех, кому нужна ваша помощь. Попугай. Где попугай живет? Молодец. В свои 8 лет Карина Епанчинцева обожает играть в настольные игры. Правда, проводить баталии со сверстниками пока тяжеловато. С рождения у девочки диагностировали двухстороннюю глухоту. Но даже это не помешало ей пойти в первый класс. В школе с ней раз и занимаются уже, и читает, и пишет, примеры решает. Ну, то, что все. И разговаривать пытается, жестами разговаривает. Прям очень хорошо, прям за первый класс хорошо прям выучила жестовый язык. Карина учится в школе-интернате для слабослышащих и глухих детей. Там нашла первых друзей и полюбила читать и пересказывать текст, тоже используя язык жестов. Но слуховой аппарат, которым пользовалась девочка, сломался этой весной. Поэтому теперь семье срочно необходимо заменить оборудование, чтобы 1 сентября Карина смогла вновь вернуться в школу. У Карины тяжелое нарушение слуха, врожденная двухсторонняя хроническая сенсоневральная глухота, которая препятствует развитию ребенка. Девочке срочно требуются сверхмощные многоканальные цифровые программируемые слуховые аппараты, типа фонок Найда P70 Up с индивидуальными ушными вкладышами. Слухопротезирование позволит Карине полноценно учиться, поможет ее социальной адаптации. Стоимость слуховых аппаратов 387 тысяч 33 рубля. В семье таких денег нет. Помочь Карине Епанчинцевой просто нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «дети». При этом теперь вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел после слова «дети». Например, «дети 20» или «дети 1000». Если сумму не указать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Перевести пожертвование можно, и сканировав QR-код с ваших экранов или другими способами. Все они на сайте Русфонда. Михаил Якунин, Анна Олина и Алексей Богданов. Вести Урал.